Всем привет, и с вами Хелси. Мы сегодня у нас 3 часа челлендж. Находиться в одеяле. Ну, а прежде чем читать все данные видеоролики, если ты новичок моего канала, обязательно подпишись на мой канал с колокольчиком, поставь лайк и напиши какие-то же комментарии, как вот этот пацан. А еще, что это такое? Я просто расстроен. Ну что ж, ребятки, а мы начинаем. Так, сейчас по моему времени. 15:54. Странно, Яндекс сам открылся. Ну ладно, сейчас мы начнем. Все, ребятки, я залез. 15:56, а 19:00. Я выберу на тебя. Сейчас. Мы тут просто... Мам, забрать это одеяло. Пожалуйста, почитайте, это очень важно. Мам, заправь это одеяло, пожалуйста. Ребята, я сейчас нахожу так глубоко, что даже очень тихо разговариваю. Даже когда я разговариваю так. Мам! Ну, попробуем. Крайней мере. Дима, что ты звал? Дим, челлендж не удался. Ну ладно, сейчас маму разыграем. Да никак. Ребятки, сейчас у нас 16:01. И уже прошло всего лишь 5 минут. Ну ладно, потерпим еще это. У нас сейчас 16:04. Лучше всего вам не повторять этот челлендж. Ребятки, ребятки, 16:15. 17 минут прошло. Только 17 минут прошло. Ребята, я попал за внутрь пространство, теперь не могу вылезть. Ну что ж, ребятки, сейчас у нас 16:24. А прошло всего лишь там полчаса. Полчаса прошло только. Ну ладно, ребятки, челлендж не удался. Может, хотя бы еще 30 минут подождать. Ну все, ребятки, остальные полчаса прошли. Сейчас у нас по нашему времени уже 17:00. Я уже выбираюсь отсюда. Ребятки, сейчас у нас 17:20. Я на протяжении 20 минут я не могу выбраться. Меня никто не хочет спасти. Кого-то... Ребятки, я вам честно говорю, не повторяйте этот челлендж. Все, меня спасают. И сейчас 17:30. Ну что ж, ребятки... Наконец-таки я вылез. Фух. Ну что ж, ребятки, я немножко отдохну, ребятки. Сейчас у нас 17:40, я хочу уже кушать. Ну что ж, ребятки, сейчас у нас 18:00, я только покушал, ребятки. Я сейчас соберусь мыться. Ну что ж, всем пока, ребятки. Не повторяйте данный челлендж, он очень опасный. Вы можете сдохнуть. Нас предупредили, если что. Пока.